Arena. Я не подведу. Рейдеры вперед! Вовремя вы подошли. Следующий участок тоннеля кишит червями. Нужно продвигаться осторожно. Червями? Ну-ну. Кого поджарить? Убеди меня. За мной. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. За мной. И это все? Скорочка! Хватит прохлаждаться. Можно попробовать. Это только начало. Дальше идем подвое. Нужно оттеснить их. Вперед! Нужно двигаться, иначе они нас задавят. Подробнее исследовать их физиологию. Я там уже все исследовал. От пуль они дохнут. Это не совсем то, что... Заткнитесь вы оба. Все как в прошлый раз. Охраняем бомбу до тех пор, пока она не придет в полную готовность. Скорее в бой! Я служу раю! Рейдеры вперед! Можно попробовать! Я служу раю! А мне что, сэр? Сейчас будет бум! Кто дальше? Прохлаждаться.
каждому по заслугам. Что дальше? Можно попробовать. Черт! Землетрясение. Это не землетрясение. Это ультралиски. Сматываемся отсюда к чертовой матери! Еще одна бомба, и сегодня будем ужинать жареными нидусами. Не расслабляться, парни! За мной. Рейдеры вперед. Похоже, мы не одни, Джимми. Не совсем. Биосигналы не перемещаются. Это личинки или яйца, может быть. Я не подведу. Скажи, как ты думаешь? Что, съели? Не молчи. Видели, как они все вместе вылупились? Как будто ждали нас. Скорее всего, ими управлял какой-то другой зерк. Скажем им Кузькину мать! Хватит прохлаждаться. Не трать мою жизнь. Не молчи. Вскрывал эти яйца, ему не поздоровится, когда я до него доберусь. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Я не подведу. За мной. Рейдеры вперед. Входящее сообщение. Я не подведу. Далеко от вас находится еще один отряд моих ребят. Похоже, что это совсем плохо. Будьте сильно осторожны. Сюда! На помощь! А мне что с этого? Всем достанется. Спасибо, приятель. Я уж думал, нам крышка. Рано благодарить. Мы еще не выбрались отсюда. Проводь. Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Установи-ка взрывчатку. Не нравится мне это место. Все готово, ковбой. Нам лучше убраться подальше, прежде чем эта штука побахнет. А это еще что такое? Черт, она выпускает из яиц зергов!
Нужно убить ее. Нельзя оставлять заряд, пока она тут бродит. Что дальше? Спокойной ночи, тварь. Я не подведу. Не брать мою веру. Всех достанет. Их не видит. Покажем им путь в тюрьмы. Идет к следующей кладке. Остановите ее! Ваши войска атакованы. Не трать мое время. Твою, убейте меня. Слева в лоб. За мной. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Хватит тяпкать! Есть! Старпёр! Нужна помощь, сэр? Не молчи! Я не подведу! За мной! Спокойной ночи, тварь! Самое ждет и нас, если не уберемся отсюда к чертям. Скоро все взлетит на воздух. Пора сматывать удочки. Бетти пока что отвлечет их. Так и было задумано, Тайкус. Бегом к выходу, идиот! Отсюда! Ноги в руки! Живо! Можно попробовать. Рейдеры вперед! Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Рейдеры вперед! За мной. И это все? Что, съели? Что дальше? Раз и все. Совсем не больно. Можно попробовать. Прямо в лоб.
Я плохой парень. Не молчи. Я не подведу. Можно попробовать. Сама. Я не подведу. Тушите свет. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Рейдеры вперед. Эх, вот это я понимаю. Беги да стреляй, как в старые добрые времена. Смотри, как красиво все рушится. У меня аж сердце радуется. Ух ты, сколько же мы их там положили. Теперь они точно должны нас бояться. А, то есть, вас. Нужно проверить, как там наши справлялись, пока нас не было. Рад, что вы снова на ногах, генерал. Посмотрим, надолго ли. Привез вам, парни, сувенирчик. Восстановлен. Молю Бога, чтобы он сработал так, как мы рассчитываем. Уж лучше бы он сработал. Мне не улыбается рисковать жизнью из-за какой-то инопланетной хреновины. Верно, Тайкус. Но если бы я делал ставку только на артефакт, я бы столько не протянул. Мы в самом центре ада. И до сих пор живы только потому, что держимся друг друга. Не знаю, что вас вело, слепая удача или храбрость, в жизни не видел, чтобы паре оболтусов удавалось провернуть нечто подобное. Возможно, эта штука остановит королеву клинков. Но нам придется пролить немало пота и крови. После всего ада, через который мы прошли, я знаю одно. Мы можем положиться друг на друга и вместе добиться цели.
или погибнуть, если такова будет цена. Потому что есть вещи, за которые стоит бороться. Дамы и господа, сегодня канал UNN постигла тяжелая утрата. С прискорбием сообщаю вам, что вчера вечером Донни Вермиллион поступил в Кархальский центр душевного здоровья. Причины его внезапного срыва не ясны, но нам стало известно, что при поступлении в центр Донни был одет в одни носки. Он был вооружен манифестом императора Менгска и фунтом арахисового масла. Донни, мы все желаем вам скорейшего выздоровления. Тем временем место ведущего новостей займу я, Кейт Локвилл, специально для UNN. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Последний рывок. Ты готов? А то как же. Прикинь, саму королеву клинков завалим. В героях будем ходить. Старик Менгск у тебя еще прощения попросит. Давай сразу договоримся, Тайкус. Если Валериан прав и Керриган снова станет человеком, я увезу ее отсюда. Ты понял меня? Я понимаю тебя, Джимми. Конечно, ты хочешь, чтобы она вернулась. Но после всего, что она наворотила, скажем так, некоторые люди не заслуживают второго шанса. Это уж мне судить. Все эти годы Менгск изображал тебя эдаким дьяволом во плоти. Но я видел, как ты рисковал жизнью ради людей, которые с удовольствием пришили бы тебя. Вашего императора давно пора поставить к стенке. Я просто хочу, чтобы люди жили свободно. Знаешь, Рейнер, когда выходишь на передовую плечом к плечу с незнакомым человеком, принимаешь на себя вражеский огонь, держишь позицию, тогда и выясняется, кто чего стоит. Для меня честь сражаться вместе с тобой. Я ценю это, генерал. Сколько же мы гонялись за кусками этого артефакта. А как собрали его, так места себе не нахожу. Отлично тебя понимаю. Смотрю на него и как будто слышу голоса. Скорее бы отделаться от этой штуки. Согласен. Однако сегодня этот артефакт – важнейшее оружие во всей Вселенной. И мы им воспользуемся. Кабы к нему еще инструкция прилагалась. А то еще свернем пространственно-временной континуум в бублик. Ну ты загнул, Тайкус. Это ж тебе не научная фантастика. Никогда не думал, что вернусь в это пекло. Моя вера в ваши способности укрепилась, командир Рейнер. Пришла пора нанести решающий удар. Используйте артефакт, чтобы нейтрализовать королеву клинков и положить конец этой кровавой войне. Инженеры устанавливают артефакт Зелнага на базе в районе основного улья. Мы стягиваем к нему последние отряды. К сожалению, придется подождать, пока артефакт наберет достаточной энергии для удара по королеве клинков. По данным фонда Мёбиуса, излучение артефакта привлекает зергов. Когда мы окажемся на месте, эти твари попытаются пробиться к артефакту любой ценой. У нас не хватит сил, чтобы отбить массированную атаку зергов. В этом вам поможет сам артефакт.
Судя по нашим данным, он может создавать так называемый энергетический взрыв, который убивает всех зергов, находящихся в радиусе его действия. Ничего себе. Единственный минус – после использования артефакту требуется некоторое время на восстановление энергии. Вызвать энергетический взрыв можно вручную. К счастью, частота излучения не влияет на человеческие организмы. Поэтому для нас оно безвредно. Как бы то ни было, сейчас нам понадобится любая помощь, генерал. К тому же, Керриган все еще ждет нас в гости. Да-да, я сегодня и шею помыл. Вы принесли мне артефакт. Как мило. Не придется собирать его по всей Вселенной. Тревога. Приближается крупная группа зергов. Стольких нам не сдержать. Придется использовать артефакт. Неплохая защита. Но не более того. Мои войска неисчислимы, а ваши тают с каждой минутой. Исход очевиден. А? Есть? Командир, зерги вот-вот пойдут в атаку. Вам нужно как можно скорее усилить оборону бункерами и дополнительными войсками. Если ситуация выйдет из-под контроля, используйте энергетический взрыв, чтобы очистить базу от зергов. Энергия восстанавливается довольно быстро, поэтому используйте артефакт, как только посчитаете нужным. Неужто? ПСМ готов. Есть работенка. Ну да, конечно. ТСМ готов. Войска атакованы. Что стряслось? ТСМ готов. Перестройка завершена. Перестройка. ТСМ готов. Перестройка завершена. ТСМ готов. Сейчас мне будет больно. Да, да.
Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Высылайте подмогу! Ваши войска атакованы. ТСМ готов! Высылай книжки для трупов. Понял. Кому навешать? Давай, удиви меня. Я уже... Ваши войска атакованы. База атакована. База атакована. Ваши войска атакованы. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Кому навешать? Эскадрилья со мной. Есть работенка. Ваши войска атакованы. База атакована. Входящее сообщение. Внимание! Большая группа летающих зергов направляется к артефакту. СМ готов. Приказы будут! База атакована. Что происходит? СМ готов. Ваши войска атакованы. Понял. База атакована. Оставим их без колеса. База атакована. База атакована. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Что происходит? На связи. Входящее сообщение. К вам приближается стая зергов. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Уже в пути. База атакована. Ваши войска атакованы.
База атакована. Есть. ТСМ готов. Что происходит? Ваши войска атакованы. База атакована. Тор уже тут. ТСМ готов. База наша. Тревога. Обнаружено пси-излучение класса 12. Приближается королева клинков. Устала я управлять своими малышами. Придется разобраться с вами лично. Есть работенка! Ура! Сверху! ТСМ готов! Ты пожалеешь об этом. Мы отбросили ее. Так держать. Входящее сообщение. Сэр, мы засекли крупную группу летающих зергов. Они направляются к вам. Приказы будут! Улучшение завершено. База атакована. База атакована. Кого подлатать? Что происходит? За дело? Наши ТСМ атакованы. Улучшение завершено. Входящее сообщение. Ладно. Сэр, к вам летит еще одна стая зергов. База атакована. Наши КСМ атакованы. Есть работенка. Да, да. База атакована. Наши КСМ база атакована. Курс пролом. Сэр, к вам направляются надзиратели. Приготовьте системы ПВО. Приказ понял. Улучшение завершено. База атакована. База атакована. Вас.
база атакована. База атакована. Уже в пути. Да, командор. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Я вышвырну вас со своей планеты. Подлатать. Уйди. На связи. Улучшение завершено. Керриган исчезла. Ребята, вперед! Входящее сообщение. Сэм. Мы засекли крупную группу летающих зергов. Они направляются к вам. Флот вызывали? Тор уже тут! Так, вы... База атакована. Будет сделано. Вызывали? База атакована. База атакована. Как угодно. Вперед! Эскадрилья! База атакована. Будет сделано. База атакована. Входящее сообщение. Не торопись. Сэр, к вам летит еще одна стая зергов. Улучшение завершено. База атакована. Наши КСМ атакованы. Высылайте подмогу! База атакована. Флот вызывали? Не торопись. База атакована. Наши КСМ атакованы. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Покинуть корабль! Есть! Отбой! Места мало! Понял. Эй! Улучшение завершено. Беги!
Наши КСМ атакованы. На связи. База. Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева Клинков возвращается. И зачем вы сюда явились, недоумки? Отступила. Держим строй. Курс пролом. Улучшение завершено. Входящее сообщение. Сэр, мы засекли крупную группу летающих зергов. Они направляются к вам. База атакована. Флот вызывали? База атакована. Кругом враги! КСМ готов! База наши КСМ атакованы. База атакована. Это ловушка! КСМ готов! Приказ понял. Тревога. Обнаружен летающий зерк класса 10. Что за... Сэр, я вижу на сканерах самого крупного зерга из всех, что нам встречались. И он приближается к вам. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. База атакована. На помощь! На помощь! Да, командир. Ладно. База атакована. Понял. Ну? База атакована. Улучшение завершено. Сейчас мне будет сложно. Что такое? Ходящее сообщение. Сэр, к вам летит еще одна стая зергов. Здесь нельзя строить! База атакована.
Эскадрилья? Есть работенка. Да, да. База атакована. Выкладывай. Начинешь. Вызывали? Обнаружено следующее класса. Королева клинков возвращается. Глупцы. Вы даже не представляете, в какую игру ввязались. Наши КСМ атакованы. База атакована. Приказ понял. База, наши КСМ атакованы. База атакована. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Входящее сообщение. Сэр, к вам летит еще одна стая зергов. Пошли, ну? Уже в пути. Месторождение минералов в улучшении завершено. Как угодно. База атакована. Наши КСМ атакованы. Требуется помощь. База атакована. К вам приближается стая зергов. База атакована. Требуется помощь. База атакована. База атакована. Приказ понял. Есть. На помощь! На помощь! База атакована. Уже в пути. Артефакт почти заряжен. Продержитесь еще немного. Входящие сообщения. За дело! Сэр, к вам летит еще одна стая зергов. Наши КСМ атакованы. Вперед! Уже в пути. База атакована. Месторождение минералов выработано. Вперед! База атакована. За дело!
База, наши КСМ атакованы. База атакована. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Игра затянулась. Время умирать. База атакована. Ты заплатишь за это предательство. Не сдавайся. Я слышу голос Сары. Она теряет контроль. Понял. База атакована. Месторождение минералов выработано. Вперед! Улучшение завершено. База атакована. Артефакт полностью заряжен. Сейчас или никогда, генерал. Давай!